Дорогие друзья, буквально 10 минут назад к нам пришла ужасная новость, с которой мы спешим поделиться с вами. Нам сообщили, что сегодня российский телеведущий Борис Корчевников совместно со своими друзьями и родными отправились на прогулку в горную местность. Они там находились на туристической базе. Сегодня у них была запланированная поездка на лошадях. Они ехали вдоль реки. И тут лошадь, на которой сидел Борис Корчевников, начала брекаться и скинула Бориса Корчевникова с себя. При падении Борис Корчевников сильно ударился головой. Друзья доставили Бориса Корчевникова в лагерь, где уже ждала скорая помощь. Врачи госпитализировали Бориса Корчевникова в одну из больниц. На данный момент мы пока не знаем, что с ним. Будем надеяться, что с Борисом Корчевниковым все будет хорошо. Друзья, давайте поддержим его, пожелаем ему здоровья, самого главного – выздоровления и возвращения к нам на шоу. Давайте будем надеяться, что все пройдет хорошо и врачи ему помогут. Друзья, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски, которые выходят у нас на канале ежедневно. Мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до скорой встреч в наших новых видео.